Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер. Значит, это 14-я, уже 14-я серия очередного прохождения Gran Turismo для первой PlayStation. Что хочу сказать? У меня тут беда случилась, поэтому эта серия немножко задержалась. У меня полетел хард, жесткий диск, короче, сломался, и мне пришлось переустанавливать винду, все программы, все перенастраивать заново. В общем, 2 дня на это убил. Вот, поэтому не очень, конечно, приятное событие. Вот, так что пришлось чуть-чуть помучиться. Ну, а так, в принципе, все нормально. Продолжаем. В прошлой серии мы с вами одолели довольно непростой чемпионат Normal, но одолели, в принципе, без особых проблем. Вот, как оказалось, я перестраховался, взяв такую мощную машину, как Viper. Вот, ну, все равно мы заработали много денег. И как раз сейчас приступим к чемпионату тюнинговых машин, вот к этому. И я говорил, что возьмем какую-то машину новую, купим и прокачаем, но немного подумав, я решил, что давайте мы прокачаем одну из машин, вот как раз которую нам дали на предыдущем чемпионате Normal, вот эту вот импреску. В принципе, аппарат неплохой, очень даже неплохой. Ну и прокачаем ее, собственно. На Subaru мы еще не ездили, так что сейчас мы ее с вами затюнингуем. Ну как немножечко? Немножечко ее надо, в принципе, полностью прокачивать, дабы не смотреться бледно на фоне наших конкурентов, которые там будут тоже серьезные. Они будут не полностью прокачанные там, но довольно-таки все равно сильно. То есть там и мощность у них будет хорошая, где-то на 2/3, наверное. Ну, все зависит от машины, конечно. То есть там будут более слабые машины, они немножко больше прокачаны. А такие мастодонты, как Skyline, например, они, конечно, не полностью. Но все равно чемпионат серьезный. И эту импреску надо прокачивать нам. Ну, практически полностью. Так, подвеску я не взял, берем. Так. Затариваемся, затариваемся по-быстрому, набираем деталей. В магазине скупаем все подряд. Так, осталось ходовую часть, коробку. Так, и кардан. Кардан. Карбоновый. Так, маховик не взял, взял. И облегчаемся. По максимуму облегчаемся. Выбрасываем все ненужное. Всякие там кресла, обшивки, прочее барахло. Так, вот так она у нас выглядит в гоночной модификации. Можно вот ей цвет даже поменять, но его брать нельзя, гоночную модификацию брать нельзя, иначе в чемпионат не пустят. Так, да, и кстати, сейчас еще мы, в принципе, неплохие деньги заработаем. И, наверное, как я говорил, здесь вот в почти каждой компании в автосалоне есть вот такая вот специальная модель. Это я
показывал и рассказывал о ней в одном из первых видео. Вот, видите, цена у нее очень такая мощная. 500 тысяч, полмиллиона стоит. Но я думаю, что если мы все гонки сейчас выиграем, то можно будет купить одну из спешл моделей вот этих. И уже на этих, на одну из этих спешл моделей, которую мы возьмем, мы поедем чемпионат на выносливость. Вот их останется 3 после прохождения вот Тёнда. Вот. Две трассы R11 прямо и в обратку. И Гранд Воли. Это самый длинный чемпионат Гранд Воли. Прошу прощения за голос, я немножко простыл, горло болит. Так, ну что же, приступаем. Смотрим на призовые. Ну, призовые, конечно, шикарные здесь. Да. Ладно. Поехали. Схватка доработанных спортивных авто. Да, вот так вот. Где-то около месяца назад, чуть больше, я начал, так сказать, свою карьеру летсплейщика. Карьеру. И вот 14-е видео записываю уже для вас, близится к концу прохождения Гран-туризма. Так, ну что мы тут имеем? Вот NSX у нас здесь, Skyline, RX-7, ну, в общем, соперники тоже мощные. Чайзер вот. Угу. Так, ну, думаю, здесь самые, конечно, серьезные соперники это будут Skyline и, опять же, NSX. Так, ну ладно, квалификации по обыкновению пропускаем. Так, и поехали. Стартуем в новом сложном чемпионате. Думаю, гонки должны быть здесь довольно интересные. Сейчас у нас мощности мы не превосходим, некоторых даже отстаем. Так. На их фоне. Так, ну, значит, у нас сразу захватил лидерство, но Максим от него не отстает. Вот, ух ты, ничего себе! Как жаба прямо скачет. Что это с тобой? Обычно, кстати, вот этот вот чемпионат мы проходили всегда практически на Skyline. Брали R33, прокачивали его полностью, у него мощность кошмарная, там, под 1000 лошадей. И без особых проблем здесь выигрывали. Но я чуть думаю, что это не совсем интересно будет. Даже если по предыдущему чемпионату узнавать довольно легко всех.
там на первой трассе, там, на автомобиле чуть-чуть посопротивлялись соперники, а потом чуть как-то сдулись. Здесь, конечно, такого доминирования не будет. Плотничком едем. Это невероятность при любой удобной возможности обогнать. Еще и машина у нас неотлаженная, да, 270. И понятно, это в принципе агрегат Каролины. Вроде такой, сами понимаете, поэтому она довольно шустро разгоняется на первых передачах. В общем, коробка передач у меня настроена на короткие передачи, и она максимальной скорости, конечно, не нужна, там 300 и выше аварийного аппарата. Перебор. Вот, поэтому надо будет немножко перенастроить передач. Навести. Ну, что у нас? Трасса, в общем-то, все такие, что есть. Максималочка-то все равно была побольше. Нижний наш сейчас 270. Хотя, казалось бы, да, 270 км в час. Кошмарная цифра. Даже для серийной машины просто прокачанная. Но здесь этого недостаточно. Автомат, конечно, тоже подкупляет. Наоборот, уже совсем не бросились. Вот, сейчас хорошо. На четвертый перешел. Дел-то немножко создали. Так уже немножко спину не дышит. Не тыкают нам в зад в каждом, блин, повороте, на каждом торможении. Ну, неплохо. Но это лишь первая трасса. Одна из самых легких. Ну и одна из самых быстрых. Несмотря на проблемы с коробкой передач, мы выиграли. И начали с победы чемпионат. Ну что же, хорошо. Выигрывать всегда приятно. Так, ну да, новые рекорды. Куда же без них? Так, вот он, полтинничек. Ну вот, интересно, будет ли у нас полмиллиона? Прошу прощения. Так, может попробовать квалификацию проехаться. В принципе, за квалу там тоже. Если выиграть, десятку дают здесь. Попробую. Если не получится, то тогда больше не будет. Пытаемся. Да, вот на первых трех передачах он там очень бездно разгоняется, а потом на пятый вот эта тенденция куда-то пропадает. Thank you.
Ясно. Шестой скорость. Да ладно. Неожиданно. Очень даже. А. Ну что же. Поле позиция у нас. В кармане, отлично. Прекрасно. Так, сколько? Ну, десятка, по-моему. Да, пол. Да. Поле позиция. Ага. Ну что же нам? Ехать и ехать и квалификации. Так, зайдем в настройки. И зайдем в настройки коробки передач. Так, она у нас пятиступенчатая. Пусть она разгоняется, у нас теперь будет разгоняться немного медленнее. Но сам по себе, ну что-то да, тут третья совсем была короткая. Но нам разгон особо и не нужен. Что нам разгон? Нам нужно, чтобы она работала на средних оборотах. Хорошо. Так, ладно, здесь максималка особо не нужна. Поэтому мы пятую отодвигать не будем. Ну, вот так, я думаю. Примерно. Так. Угу. Вот так вот. Ну, сейчас, думаю, должно быть получше. Должно быть получше. Ну что, едем? После некоторых технических вмешательств. Ух, как хорошо. С первой позиции непривычно стартовать. Но, думаю, нас сейчас убило. Просто прекрасно. Так, да, все здесь на четвертой. Хотя бы какой-то поворот уже натяг. Очень хорошо. Ага, вот и NSX тут как тут. Не поменьше. Давай лучше. Жужжит. Настырно. Ух! Поворот не совершил. Это пятая часть Гран-Туризма. Я даже помню, ачивка была за поворот воздуха. За то, что машина положил на крышу. Обидно тоже, кстати, вот пятую часть Гран-Туризма я проходил. Ну и довольно много там ачивок получил. Проходил там чемпионатов. Не все, конечно, на золото, но многое. И у меня, в общем, сгорела Соника 3. Вот. Приказала долго жить. Печально, конечно, все это было, но потом я себе взял, ну, третью слинку, у меня падка была, сейчас слинка на данный момент, ну, не супер слинка, а еще первый вариант слинка, и, в общем, начал заново на ней проходить, пятую часть Гран-Туризма, ну, что-то во второй раз уже не осилил. Не осилил особо я пятую часть. В общем, так оно у меня и осталось до сих пор не пройдено до конца. Никому было потери всех сейвов. Проходите второй раз. Ну, как я уже говорил, сейчас я шестую добиваю до конца. И тоже сравнительно недавно начал. Взялся так плотничком, потому что работа не позволяла. У меня такая работа сезонная, можно сказать. Надолго уезжаю,
поднялся за ним путничком. Сейчас вот осталось до платины две ачивки убить. Это пройти на золото все испытания Ордена Семи. Ну и то, эту ачивку добавили, как я понял, вот с обновлением, когда добавили Семи. Испытания Семи. И, по-моему, если ее даже не заработать, платину все равно надо. Потому что я не ошибаюсь. И вторая ачивка, это нужно финишировать и выиграть заезд с менее чем 1% топлива на борту. Ну это уже чемпионат или с подстопами, со стратегией. Кстати, интересная фишка, в шестой части убрали эти все чемпионаты, которые в принципе, до этого были даже вот здесь, в первой части, есть длинные чемпионаты, которые полтора-два часа занимают. А в шестой части, ну, например, вместо 24 часов лимана, там 24 минуты лимана сделали. То есть, в принципе, пошли быстрому навстречу игрокам. Потому что когда в пятой части появились эти вот многочасовые гонки, где реально нужно сутки ехать ну, за рулем, так сказать, за джойстиком. Это, конечно, многих там игроков повергло в шок. Вот. Преданные фанаты, конечно, но прошли это все дело, скрипя зубами. Вот. Но многим это, видимо, не понравилось, и вот в шестой части они решили эту тему подсократить немножечко, с 24 часов до 24 минут, совсем чуть-чуть подрезали. Вот, но тем не менее все равно в этих чемпионатах супер лицензии открываются, и это единственные чемпионаты, где есть стратегия, то есть там крышки стираются, топливо идет, и там вот как-то надо уже какую-то тактику продумывать. Там еще и погода меняется. Недавно, кстати, буквально тоже вчера прошел чемпионат Brands Hatch. 20 кругов по Brands Hatch. Ну и там прикольно было. Погода менялась. Стартовали мы. Стартовали мы, значит, ну, солнышко так светило еще. Там заволокло тучами неба. Пошел небольшой дождик. Ну и дождик был небольшой, в принципе, трасса не успела намокнуть, и стоп я не поехал. Ну, в принципе, там и компьютер найти. Боты тоже не поехали. Вот. Потом дождь перестал, и трасса совсем высохла. Вот. И потом где-то вот конец второй-третьей гонки зарядил, второй заряд дождя пошел, и уже такой сильный, мощный. Но я все равно не поехал на пит-стоп, остался на слитах. А боты все завернули, в общем, на питлейн. Ну, дабы сменить на дождевую резину покрышки. И в общем, дождь был сильный, но опять же недолго. И в общем, через пару кругов он закончился, трасса начала подсыхать, и пришлось еще раз заезжать, потом менять снова на слики. А я так с одним стопом провел гонку, и в итоге на круг обогнал даже того, кто финишировал вторым. Ну, это, конечно, все игра с ботами. Не так уж сильно. В интернете, конечно, гораздо интереснее. Вот, но тем не менее, что-то как-то я... А, ну нет, MSX-то хотел сказать, что довольно
далеко оторвались, но оторвались от основной группы, а вот МСХ-то за нами держится плотно, в общем-то. И стоит ошибиться где-то, и он тут же выйдет, воспользуется этим и выйдет вперед. Так что расслабляться тут нельзя. Да, МСХ тут, конечно, тоже как и на чемпионате Нормал, он здесь на голову вышел. Смотрите, шмарка. Как мы вот с ним вдвоем оторвались от всех. То есть он непонятно. Очень сильный соперник. Но машина действительно великолепная. Здесь есть, кстати, в автосалоне Honda Special модели NSX. Как лимановской, точнее, гран-приновской комплектации гоночной. И очень классно. В общем, если накопим полмиллиона, то вот надо будет подумать, что взять. Думаю, брать или NSX, либо Supra Castrol, которую я показывал в начале этого видео. Спешл модель тойотовская. Тоже очень классная машина, но фишка в том, что Castrol ее можно здесь заработать. За один из вот много этих круговых чемпионатов дают Castrol. Я, честно, не помню, за какой. По-моему, как раз таки за самый длинный, за вот гран-поле. Как раз вот по этой трассе будет, только прямо. Сейчас мы в обратку едем. А там будет она прямо, и там, по-моему, 60 кругов надо будет проехать. И вот за нее мы получим супрочку Castrol. Но в такой более, так скажем, дьявольской, что ли, расцветки, наверное, черная была с полосками сине-красными. Вот. А тогда как спешл модель, сами видели, она такая белая, более жизнерадостная. Вот. А так, в принципе, они абсолютно одинаковые. Единственное, по-моему, у них разница в одну лошадиную силу. И той, которую зарабатываешь, у нее 666 лошадиных сил. Ну, то есть у нее и количество лошадок дьявольское. А у спешной модели у меня 665. Так, ну тем не менее, все-таки мы выиграли вторую гонку, но NSX дышал нам всю трассу в спину. Но мы его все-таки одолели. Противостояние идет автоконцернов Subaru и Honda. Но пока Subaru лидирует. Надеюсь, так и останется дальше. Так. Смотрим очередные. Полтинничек очередной. Так, сколько у нас уже? 280. Это вторая трасса. Ага. Так. Ну что же. Я думаю, тогда стоит смысл квалификацию еще проезжать. Раз. В принципе, способны бороться за первое место в ней. Стоит попытать удачу. Потому что за каждую трассу 10 тысяч, это практически... Ну, первую, правда, мы не ехали, но 40 тысяч в теории можно еще заработать. Так что... Так, это в обратку. Да, в обратку. Вот это такой коварный поворот. Накладный стейдж. Так, я вам еще в прошлом видео, помнится, обещал поговорить с вами насчет нововведений формулы. Я сейчас заведу свою шарманку. Как вы уже поняли, я фанат Формулы 1, и поэтому, ну, в общем, немножко хочу сейчас о ней поговорить, о Формуле 1 и о тех нововведениях, которые произошли вот перед гран-при Сингапура. Кстати, вот он сегодня вторник, в воскресенье была очередная гонка, вот как раз таки Сингапур. И... Так, тем временем
Position, ничего себе, и 7 секунд целых отыграли. Обалденно. Просто даже как-то удивительно. Ну, тем не менее, вот он 10 тысяч, почти 300 у нас. Так, ну сейчас гонка начнется и продолжим. Приятно стоять на поуле. Да, в принципе, по разгону у нас выброска хороша. Да. Неплохо, неплохо. Идем. Так, ну и вот, в общем, нововведения, значит, коснулись у нас в Формуле 1 теперь радиопереговоры, значит. То есть между Гран-при Италии и Сингапура ФИА, значит, решила очень так сурово ограничить Скайланчик, а как он надо? Вот, значит, ограничить переговоры. В чем это заключается? То есть решено было запретить давать какие-либо сообщения, связанные с помощью пилоту в вождении, ну, машины, болида своего. То есть какие-либо наставления, как вот знаете, кто смотрит, тот знает, кто не смотрит, по-моему, немножко расскажу. В Мерседесах, вот те, которые сейчас лидируют в чемпионате, Росберг и Хэмилтон, борьба между ними идет очень плотная, и поэтому они частенько спрашивают, и это в трансляциях телевизионных все показывается, в радиопереговорах, значит, спрашивают, где быстрее тот или иной пилот. Ну, то есть, если Росберг спрашивает, то он интересуется, в каких поворотах, например, Хэмилтон быстрее, где ему можно играть еще чуть-чуть, несколько там десятых, сотых, на 2 секунды. Вот. Ну, а, соответственно, Хэмилтон спрашивает, ну, его инженер рассказывает, где, допустим, Росберг быстрее. Вот. И, в общем, это ФИА не понравилось, и вот такие сообщения они решили запретить, то есть ссылаясь на пункт правил спортивного регламента 20.1, по-моему, так, что пилот должен управлять машиной без посторонней помощи. Вот. Ну и, соответственно, это, естественно, попало под запрет. То есть, по сути, это правильно, что с мостика, с командного, команде, инженерам виднее, естественно, где их пилоты теряют, где можно немножко отыграть, где, может быть, чуть-чуть позднее тормозить, где передачу воткнуть чуть-чуть раньше или позже. Ну, в общем, им доступна вся информация по телеметрии. Ну, то есть телевизионные камеры, естественно, поэтому с мостика им виднее, и да, они частенько вот так вот бывает, что подсказывают своим пилотам, где, что и как. Но тут, получается, под запрет еще и попали им, ну, то есть какие-то сообщения касаемо настроек машин. То есть переведи вот этот рычажок в такой-то режим, вот эту кнопку нажми тогда-то, эту переключи в этот режим. В общем, все это тоже попало под запрет, и здесь это вызвало неоднозначную реакцию со стороны команд. Ну, в принципе, тоже понять можно, что а как же быть, если действительно, ну, под угрозой, допустим, техническое состояние машины. То есть, если они видят, что, ну, в машине какие-то неполадки, где пилот действительно что-то делает неправильно, либо начались какие-то непоправимые последствия, и их можно исправить, например, или предотвратить, чтобы это еще не ухудшилось, но для этого нужно подсказать пилоту, чтобы он какую-то там нажал кнопку или какой-то переключатель,
режим работы двигателя, допустим, перевел в другой режим. И я, в общем, посовещавшись, все-таки решили не вводить столь серьезных изменений сразу, ну, по ходу сезона. То есть еще много нареканий вызвало то, что они прямо по ходу сезона между двумя гонками решили ввести довольно серьезные ограничения. То есть тут получается пилоту перед гонкой, значит, надо, ну, видимо, при разработке стратегии на гонку, ну, как-то больше будет работать с инженером, то есть, или может придумать какие-то еще схемы, как это можно будет сделать, ну, не передавая по радио каких-то сообщений. Вот, если бы это все дело ввели в межсезонье, то у них, конечно, целая зима была бы, чтобы там что-то как-то доработать, разработать какие-то новые схемы. Вот, здесь, ну, естественно, времени мало, ну и, в общем, получается, в Сингапуре все-таки попали под запрет только чисто сообщения, которые непосредственно помогают пилоту пилотировать быстрее. То есть, ну, указания, где его можно прибавить, где использовать там любую передачу, ну, откровенно. Ну и в интернете тоже там большие дебаты, вопросы там ставлены, допустим, на профильных сайтах, кто против, кто за, значит. Ну, высказав свое мнение, я, например, все-таки за, наверное. Ну, наверное, смысл за изменения. Потому что главное, чтобы эти запреты, ну, до маразма не доходили. То есть, если с машиной действительно совсем все плохо, то тогда действительно надо сказать конкретно, что значит, тогда еще убавить. В конце концов, если в руку всегда можно на показаниях телеметрии доказать, что да, действительно у нас были проблемы, то тут-то там по части подсказок, как где лучше ехать, я только за. Здесь еще, тем не менее, тем временем у нас полпозиция очередная. Это опять же радует. Так, ну и здесь это правило немножко сейчас перекликается как раз с тем, что я несколько видео назад говорил про дебют совсем молодого Макса Ферстаппена в следующем году, 17-летнего пацана. И, конечно, отмена этих вот переговоров, ну, то есть со следующего года, я так понимаю, под запрет попадет вообще, ну, любая техническая информация, помогающая как-то пилоту, поэтому станет, ну, как бы, по идее, новичкам должно стать сложнее. Возможно, где-то станет и Даньке нашему Квяту чуть сложнее. Это новичок, по-моему, первый сезон у нас всего лишь едет. Но в этом и фишка, то есть, ну, проявятся, так скажем, таланты какие-то, можно будет проявить пилот не только пилотажи, но и в какой-то технической подкованности. То есть не только, грубо говоря, умеешь крутить баранку, но, допустим, кто-то лучше бережет резину, поэтому, ну, проблем станет меньше. Даже без подсказок из боксов он, допустим, будет чувствовать машину лучше, что где-то можно прибавить, где-то нужно чуть-чуть темп сбросить, там резину поберечь, вот, там перед стопом, допустим. И это немножко, конечно, новичкам, я думаю, задачу-то осложнит. Здесь могут проявиться некие таланты. Ну, раньше, допустим, они нивелировались немножко, так что с боксом, с киплейна, вот он еще так
всем так или иначе там подсказывает, что нужно, допустим, перед пит-стопом там немножечко поднажать или наоборот сбросить скорость. Постоянно говорит, что береги резину, береги. В среднем сезоне только это и слышим. Вот. А сейчас таким пилотом, например, как Дженсен Баттон, ну, там у него очень хорошее такое свойство есть. Он очень классно чувствует вообще резину и так, пилотирует, так скажем, очень мягко, плавно. Это не значит, что медленно, просто вот у него такой стиль пилотажа не резко. И тем самым он, конечно, резину бережет, ну, в общем-то, лучше, гораздо, чем его напарники бывалые. Даже когда они с Хэмилтоном ездили, вот Макларен в одной команде, он отличался тем, что, может быть, по скорости он Льюису проигрывал немножко по таланту, там, как-то, но брал за счет именно своей технической подкованности, вдумчивости. Вот. Их же, кстати, не сравнивали Льюиса и Дженсона, когда они в одной команде выступали, как раз таки в Макларене тоже. И кто помнит, вот Эру тоже всем не просто, и вот их как раз и сравнивали с этой великой парой, что Льюиса с Сенной, что он, ну, быстрый такой, агрессивный стиль пилотажа у него. Вот. А Дженсен, он такой был более вдумчивый. То есть, как вот просто же было прозвище профессор. Вот он тоже, может, где-то даже где проигрывал Сенне по скорости, он мог взять, ну, как-то тактически отыграться технической какой-то там своей подкованностью. Вот, поэтому здесь тоже, ну, интересное такое сравнение было. Ну, где-то это имеет место быть, конечно, тоже. Действительно. Поэтому я говорю, что мне это нововведение, в общем-то, нравится. Посмотрим. В Сингапуре, например. Ну, так как под запрет, я говорю, в Сингапуре еще немножко смягчили до конца сезона, и не все команды попали под запрет. Особой разницы там было незаметно. Хотя, может быть, в паре случаев под финиш там, когда через проблему вот того же Дженсена жалко, что он сошел, конечно. У Вальтери Боттаса буквально на последнем круге, видимо, резина развалилась. Может быть, это следствие как раз этих нововведений. Уже подлинно, конечно, мы этого не знаем. Масса, кстати, проехал очень хорошо гонку в Сингапуре. Тоже, кстати, возможно, благодаря тому, что немножко лучше справился с вот этим вот. Ну, то есть, грубо говоря, сам лучше по ходу гонки думал, как чего ему лучше сделать. В отличие от того же, например, молодого Вальтери Боттаса. Я всю гонку между пятым и шестым, но вот Вальтери не дотянул финиша в десятке. Вот, так что вот как-то так, такие дела творятся в Формуле 1. Ну а если говорить о именно чемпионате мира, то, конечно, жалко, что были большие проблемы у Росберга, ну и, в общем, сойти из-за технических проблем, плюс он даже стартовать там толком не смог, не ушел на прогревочный круг, его закатили на питлейн, в итоге стартовал он с питлейна, и многие, может, ждали, что вот сейчас будет красивый прорыв, всю гонку он будет прорываться, как было пару раз у Льюиса, но вот не получилось, потому что вот его и завели, бой отправили, но проблемы, видимо, продолжались, и, в общем, догнав хвост Пелетона, он смог обогнать только одну лишь Марусю. Он долгое время плелся позади Маркуса Эриксона. В общем, у него там не работало и ДРС, не открывалось, видно было, и сцепление, в общем, у него барахлило. По радио
инженер гоночный сказал, что на пит-стопе парень на тебе сменит руль, должно вроде помочь, но руль-то сменили, но так он и не смог после пит-стопа из бокса тронуться, ну и пришлось ему сойти. Ну, в отсутствии Росберга, конечно, у Льюиса практически не возникло проблем одержать победу, но тоже там интересный эпизод был в конце гонки, когда ему пришлось после пейскара отрываться на лишние 25 секунд от всех. Ну, там пришлось ему лупить, конечно, практически в квалификационном темпе. А, вот. И ну, все-таки смог он сделать задел. Со своего суперсофта перешел на софт. Вот. Ну, выиграл. Хотя пришлось побороться с Феттелем. Вот. Но нет худа без добра, как говорится, благодаря тому, что Росберг сошел, а Льюис выиграл. Между ними до этой гонки это было 22 очка. Ну, соответственно, Льюис смог отыграть 25 и вот на 3 очка вышел вперед в чемпионате мира. И теперь между двумя претендентами на титул всего лишь 3 очка. И, ну, в общем, Льюис вернулся в борьбу. Хоть я и болею в этой борьбе немножко больше, так скажем, отдаю предпочтение Росбергу, но мне нравится, что борьба будет. То есть мне, в принципе, важно, чтобы была интересная борьба, чтобы шло сражение за чемпионский титул. Там, ну, даже если станет Льюис, главное, чтобы это было в красивой борьбе, поддержана победа, чтобы чтобы напряжение было до конца. Вот. А тут у нас получается остается 5 гонок до конца сезона, и фактически сезон стартует заново. То есть все обнулилось, два претендента на титул вместе, рядышком, речка между ними, ничего еще не решено абсолютно. В Сингапуре тоже, да, Льюис взял пол очередной, но между ними было 7 тысячных, ну, то есть второй это был Росберг, то есть плотность невероятная, представляете, какой накал страстей, борьбы между ними сейчас идет, там видно было даже, точнее не видно, а слышно, как по окончании квалификации Росберг, его инженер сказал, что извини, парень, но ты второй, Льюис обошел тебя на 7 тысячных секунды, и Росберг даже фактически выругался в эфире. То есть видно, что там борьба уже идет очень серьезно. То есть нет уже никаких там улыбок, какие они там что-то пытались вначале. Ай-яй-яй-яй-яй, ну вот. Кошмарики. Да, ну, бывает. Затрынделся. Тут, конечно, не видать нам оппозиции. Ну, ничего страшного. Не везде везет, чуть-чуть не повезло. В обратку, кстати, R11 мы с вами первый раз видели. Вот. Ну, естественно, у меня тоже вот этот поворот самый коварный на этой трассе. Я его немножко неправильно стал проходить, но уткнулся мордой. Ну, в общем, очень все, конечно, формула напряженно, нервы накалены до предела, натянуты как струны. Будем, как говорится, посмотреть, что они там натворят дальше. Дальше будет только интереснее. Я еще раз говорю, 2 претендента на титул стоят. Ну, ничего страшного, ладно. Тем интереснее борьба будет. Будем прорываться с хвоста пелетона. Главное, чтобы технических проблем не было. Шучу, здесь, конечно, технических проблем быть не может. Здесь можно только самому закупить где-нибудь. Благодаря этому не выиграть.
Так, ага. Тем временем у нас... Что там, Алексей вышла на игры? Кстати, следующая гонка получается вот через 2 недели будет в Японии. Великолепная трасса Сузука. Но главное это не это, главное то, что после Сузуки через неделю историческое событие, ребята. Ребята, Гран-при России в Сочи 12 октября. Просто, блин, советую даже тем, кто не особо интересуется автогонками и Формулой 1 в частности, просто из уважения к этому событию, ну действительно, это историческое событие, черт возьми. Этого мы ждали еще со времен, блин, Советского Союза, уже 30 лет практически. И наконец-то свершилось. Просто благодаря вот... звезды, короче, сошлись, наверное. Вот, поэтому, ребят, посмотрите. Посмотрите гонку в России, трассу в Сочи, она будет проложена по, ну, внутри, так скажем, олимпийских объектов, вот этого олимпийского парка, по аллеям, где, ну, вот, летом все, точнее, не летом, а зимой, где люди гуляли, сейчас там положен финальный слой асфальта, уже там полимерный специальный гоночный, и все готово, уже в принципе даже там такая гонка прошла, дабы
протестировать в боевых условиях автодром. Не только автодром, а как бы, ну, все системы маршалов, которые будут работать. Такая генеральная репетиция прошла. Поэтому, может быть, кто-то из вас даже был на Олимпийских играх там в Сочи. Вот, сейчас посмотрите. Там, где вы ходили своими ногами между этих великолепных сооружений, сейчас там будут проноситься болиды Формулы 1 с невероятной скоростью. Вот, так что я думаю, будет интересно. Трасса довольно-таки скоростная получилась даже. Интересная. Есть там связки поворотов такие. Скоростные резкие, в общем. То есть не только из 90 градусов состоит трасса. Должно быть, по-моему, довольно интересно. Вот, поэтому всем советую. Естественно, я тоже буду смотреть. Жду с нетерпением. Это просто снос башки. Сколько мы этого события ждали, кошмар, сколько было каких-то проектов, начатых, но загубленных, без финансирования оставались, прочее, проблем постоянно, все никак не могло довести до ума. Наконец-таки свершилось. Сейчас даже слухи уже ходят, что может быть, ну правда не в следующем году, а может быть через год, в 2016, ну либо, в общем, контракт сейчас с Сочи подписан до 2020, в общем, в этот вот промежуток времени можно проведут ночную гонку в Олимпийском парке. Ну что же, это было бы вообще великолепно, ночные гонки. Ну, кстати, в Сингапуре там гонка была ночная, конечно, особая атмосфера. Вот. В этом году ночным гонкам еще у нас добавился Бахрейн, тоже очень так, не побоюсь этого слова, даже по-сказочному смотрится. Так, ну вот опять проблемы с этим поворотом. Да, в обратку, конечно, сложнее проходить, там получается изгиб такой на спуске. Нужно нем еще притормаживать, доворачивать и тут же поворачивать еще влево. Сложнее, конечно, в обратку. Вот, и в общем, вот у нас, видите, тоже, кстати, ночная гонка, да? PR11. Сейчас идет. Так что, может быть, в Сочи ночную гонку. В следующем году тоже хотели гонку Гран-при России перенести на май. Как раз там с нашими майскими праздниками совместить. Вот, 1 мая, там, 9 мая, День Победы. Но не получилось, потому что календарь практически без изменений, так по предварительным данным остается в следующем году. Значит, там добавится, возможно добавится пару гонок, там Мексика и Нью-Джерси, которого мы ждем уже, ой, сколько мы его ждем, буквально года три, наверное, уже. Все, как могут договориться с Нью-Джерси, с Америкой. Может, в следующем году получится. Вот, и поэтому, ну, перестановок практически нету, и весной, ну, места не было, не освободилось для нашего Гран-при России. Но, судя по тому, как сейчас дела обстоят, в принципе, это не так плохо. Там боялись что-то, что в Сочи может в октябре вот уже погода быть такая теплая. Ну, то есть
Да, так-то относительно центральной полосы нашей, конечно, в Сочи будет тепло, но для Формулы-1 там может быть все равно холодновато. То есть там при применении практики, при температурах там близким там к нулю не есть, конечно, хорошо. Но, судя по всему, все будет нормально. Ничего такого не должно быть. Температура там еще теплая. Сейчас, как говорится, бархатный сезон, в Англии лето, в самом разгаре, так что там мог еще и на ноябрь перенестись этап наш. Но в итоге он будет в середине октября, 12 числа. Вот, так что не пропустите. Так вот я немножко разрекламировал наш этап. Я никаких отчислений ничего не получаю. Так что это чисто на добровольных началах. Так, ну тем временем все. Финиш. И с этой гонкой, с финишем этой гонки у нас заканчивается и есть чемпионат. По-моему, последний гонка. Если я не ошибаюсь. Так что сейчас получим наши денежки. Фу. На самом деле не так уж и просто было. Все-таки были гонки, где пришлось посражаться, где Сикс на нас давил довольно-таки так прилично. Поэтому хоть победы и во всех этапах были, но не очень просто доставались. Так, ну да, это последняя трасса. Сейчас призовые за чемпионат. Да, ребята, да. У нас есть полмиллиона. Ха-ха. Отлично, отлично. Просто великолепно. Да, давайте кубок очередной. Мне их уже ставить некуда. Все полки заставлены. Столько кубков назарабатывали. Так. Ну и еще же призовая машина, не забывайте. Но здесь, по-моему, будет не улучшенная версия. Стоковая. И, по-моему, вот здесь Supra RZ. Или нет? Нет. Здесь тоже не Supra. Здесь у нас Skyline R32. GTR-овский. Ну, тоже неплохо. Ребятки нас одаривают машинами. Так, ну и давайте посмотрим. Вот полмиллиона у нас есть. И у нас есть несколько спешл моделей, которые мы можем теперь прикупить. Вот, есть в Ниссанах еще вот такой вот, ну, по сути, это прототип даже. Это Skyline R33, вот в таких вот, в таком гоночном обвесе, участвовавший когда-то в Лимане. Так, вот, значит, вот такая машинка. Можно прикупить. Дальше у нас есть в Subaru Special модель. Но, если честно, ее Rally Edition, да, она побыстрее, чем та, которая была у нас. Но в целом она не слишком сильно отличается. То есть купи вот наши импрески, на которые мы сейчас ездили, гоночный обвес, и в принципе они отличаться вообще практически не будут. Да, но это немножко, я говорю, побыстрее. Но не очень бы мне хотелось, ну, как бы, еще раз такую же машину практически покупать. Плюс за немалые деньги. Очень, вот, кстати, меня интересует Honda NSX. Прошу обратить внимание, вот он. Я про него говорил в ходе чемпионата. NSX Type R LM GT2, группы GT2. Тоже участвовавший в Лимане в группе GT2. Вот можно его взять. Машина очень хороша, правда, ей трудновато управлять немножко, потому что она, ну, в общем, заднеприводный монстр, так скажем. Вот, но машина классная, на самом деле классная, ей интересно управлять.
нужно ее приручать, так скажем, это стараться. Вот, ну и Toyota вот Castrol, про которую я тоже говорил, можно ее заработать. То есть следующий чемпионат у нас уже все, начнутся гонки на выносливость. И, в общем, я хочу, ну, может быть, совета у вас спросить, вот, какую бы машину, на какой машине вам бы хотелось пройти 60 кругов гранд-волей. Вот. Так что, если вам это интересно, можете под видео написать в комментариях, какую машину нам купить в следующей серии для прохождения чемпионата на выносливость 60 кругов по Grand Vole Speedway. Есть еще вот такой вот аппарат Mitsubishi GTO, тоже вот видите в гоночном обвесе, очень она такая широкая, агрессивно тоже выглядит. Но у нее есть одна проблема, ей у нее очень большая недостаточная поворачиваемость. Она просто дико не хочет ввинчиваться в повороты. То есть она довольно мощная, да, она хорошо стоит на трассе, но в повороты она просто не едет. То есть морда все время наружу, выкидывает ее. Но если, в принципе, напишите, захотите пройти на ней, куплю я ее. И пройдем мы с вами этот чемпионат на ней. Ничего страшного. В конце концов, по крайней мере, выглядит, по-моему, она классно. Так, ну вот, собственно, по-моему, все показал. А, есть еще Mazda Special модели. Да, вот такая. Но это тоже фактически копия Mazda RX-7 LM Edition, которую нам дали за чемпионат Америка против Англии. Вот она у нас есть в гараже. Да, вот она, Aspect LM Edition. Фактически это один в один такая же маздочка, поэтому я хочу что-либо новое. Вот, я думаю, на выбор вам Nissan LM GT-R, Honda NSX, Mitsubishi GTO, либо Toyota Castrol Supra. Вот, так что выбирайте, пишите, на чем бы вы хотели, чтобы мы прошли следующий чемпионат. Да, и вот в марках этих англо-американских там спешл модели не предусмотрено. Разработчики сделали только в японских автосалонах. Внедрили вот эти вот спешл модели. Там в американо-английских там нету. Ну, можно их простить. Это лишь первая часть серии Гран-туризма. Видимо, еще не так много было у них лицензированных авто. Так, ну что же, сохраняемся. Сохраняемся. И будем потихоньку закругляться. Я думаю, неплохо у нас получилось пройти чемпионат ТЕНТ. Впереди нас ожидает самые тяжелые испытания, как обычно, самое интересное, самое тяжелое напоследок. Это три чемпионата у нас осталось на выносливость. И, как я говорил в конце, мы одолеем чемпионат мира GT по Гран-туризмо. Вот, канонично будем проходить там, так как после этого чемпионата у нас будет заставка, будут титры. Киношку покажут в конце небольшую. Вот, так что по сути осталось, ну, 4, ну, может быть, 5 серий. Вот, чемпионаты, которые на выносливость будут, я тоже, наверное, не буду их разделять на серии. То есть вот как сколько будет видео длиться, так я и буду выкладывать. Ну, потому что если думаю, начал уже смотреть видео, то даже если оно состоит из нескольких частей, смысл откладывать на потом.
и там, смотреть, разделять там, одну часть в один день, другую часть в другой. Как говорится, одной серии все-таки будет, по-моему, лучше. Вот. Ну что, на этом, думаю, мы с вами закончим. Подписывайтесь, нажимайте вот на ту кнопочку внизу, внизу экрана. Да, вот на эту. Подписывайтесь на мой канал. Вот, смотрите видео, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Мне не представляете, как мне приятно и мотивирует это. То есть вроде бы действие простецкое. Нажал, тыркнул кнопочку там на палец вверх. И все. А мне, когда я вижу, что ставят там лайки, что это, ну, своеобразная оценка, что вам нравится, что мне нужно делать еще, продолжать дальше, не стоит останавливаться, и это очень большая мотивация. Вот, спасибо вам большое за то, что комментируете, ставите лайки. Это для меня очень важно, правда. Вот. Ну что же, с вами был, как всегда, Скудер. Всем пока-пока. Увидимся с вами в следующей серии.